Реконструкция боя периода снятия блокады – показательная часть церемонии открытия 12-го Всероссийского фестиваля форума «Виват Кадет». В этом году он посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжественной части открытия приняли участие порядка 30 команд из Перми и других городов России. Приезжают кадеты из всех корпусов кадетских Российской Федерации. Сейчас мы принимаем 12 территорий. Это почетно для города и для Пермского края. Хорошо, что кадетское движение развивается и в городе Перми. Сегодня у нас уже около 10 школ поддерживают кадетское движение. Активно поддерживается кадетское движение и сама идея патриотизма и на уровне городских властей. Те традиции, которыми, наверное, наша страна богата, богата именно русским духом, очень важно, наверное, подхватить и, собственно говоря, приумножать. И вот мероприятие, что мы сегодня открыли, ярчайшее этому подтверждение. У мальчишек и девчонок, которые принимали участие, не только проходили маршем, но и многочисленные присутствующие, они видели, что те традиции в надежных молодых руках. Фестиваль-форум «Виват Кадет» продлится 4 дня. За это время участники посоревнуются в боевом мастерстве, спортивных эстафетах и даже отточат навыки в вокале и танцах. Но самое главное, что дает фестиваль – знакомство с новыми товарищами. Сплочает команды, знакомит людей друг с другом. И вообще в стране, в которой развивается военная отрасль, это должно быть. Участвую первый раз. Впечатление, конечно, хорошее, несмотря на погоду. И, в принципе, я собираюсь просто в военное учреждение поступать, поэтому, я думаю, это мне поможет. Как отмечают сами участники, стать настоящим кадетом и гражданином своей страны можно только пробуя себя в деле. И Пермский фестиваль – хорошая площадка для этих целей. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, Ветта-24.